Мы сейчас подготовили проект положения по управлению операционными рисками. И в этом положении, вот на этом слайде у нас показаны его составные части. Первое – это требования к системе управления. И в первую очередь это вопросы классификации базы данных и создания системы реагирования на те или иные операционные инциденты и оценки потерь. Это очень такая тяжелая работа, потому что оценка потерь – это долгосрочно, это не мгновение, когда произошло событие. Оценка последствий – это растянутое во времени, это оценка и возмещений, и это большая нагрузка на кредитную организацию по интеграции работы всех подразделений, не только операционных рисков, операционных департаментов, бухгалтерского учета, финансовых служб, взыскания и так далее. И юридических служб, которые сопровождают юридическое сопровождение с клиентами. Мы тогда интегрируем требования к рискам информационной безопасности. Исторически Базельский комитет и все международные стандарты принимают риск информационной безопасности как составную часть операционных рисков. Может быть, это звучит для вас как-то немножко странно, потому что в принципе в банках сейчас это обособленный вид деятельности. Но информационная безопасность – это почему интегрировано? Потому что последствия ее и реализация в операционной среде банка кибератак, они происходят через другие системы управления, через управление счетами, через управление бухгалтерским учетом. А киберриск это в основном все-таки мы даем такое определение, как умышленное воздействие сотрудников или третьих лиц на информационную инфраструктуру банка, то есть на искажение данных, на их кражу, на их изменения, которые впоследствии используются для того, чтобы через другие системы управления, через счетами воспользоваться для, например, кражи денег. Кража денег происходит все равно проводками через корсчет, либо через кассу. То есть иные платежные системы. Поэтому изначально мы понимаем, что информационная безопасность, она реализуется, риск информационной безопасности реализуется через всю операционную среду кредитной организации. И требования к единой качеству операционной среды, так называемые к системе контроля, это единые требования, которые информационная безопасность занимает свою определенную часть. Кроме этого, мы в нашем положении уделяем много внимания, это целая глава посвящена требованиям к рискам информационных систем. Под ним мы понимаем требования к IT-системам и в первую очередь к сохранности данных. Одно дело – это управление киберрисками, как отражение атак, которые мы понимаем как различные угрозы, и отражение различных способов влияние на наши данные, их искажение и кражу. Другое требование – это к системе сохранности данных, к программному обеспечению, к хард-обеспечению, для того, чтобы их сохранять, восстанавливать, то есть резервное копирование, восстановление. Если произошла атака, и у нас полностью что-то искажено, один из способов – это восстановление предыдущих записей данных, чтобы могли те же самые лимиты по картам и так далее восстановить. Поэтому требования к рискам информационных систем, к информационной инфраструктуре кредитной организации, по сути, требования к работе Департамента информационных технологий – это параллельные связанные требования. А это требования к обеспечению устойчивости организации, к непрерывности деятельности. Это очень взаимосвязанные, так сказать, требования. И, к сожалению, мы вынуждены в положении по управлению операционным риском включить эти требования, помимо, например, требований к базам данных. И вот последний, четвертый на этом квадратике слайд – требования к базе событий. Требования к базе событий – это отдельная составляющая, потому что через нее банк и регулятор будет контролировать устойчивость кредитной организации к покрытию этих потерь. Потери необходимо идентифицировать, выявлять, оценивать. Есть прямые потери, есть косвенные потери, есть качественные потери. Есть потери, которые кредитная организация не воспринимает как свои.
а воспринимать как потери клиента, что он сам по своей вине, через подвергнувшись социальной инженерии, сам дал какое-то распоряжение по перечислению денежных средств. И уходит от ответственности, что на самом деле клиент потерял эти деньги. Конечно, требования к базе данных, требования к тому, что мы могли учитывать, и такие потери тоже важны. Какая-то часть потерь, например, прямые потери, которые кредитная организация понесла через счета расходов и убытков, необходимо будет покрывать, либо в бюджете планировать их как определенные потери, которые мы планируем покрывать, либо капиталом. Капитал оцениваться будет у нас через базу данных событий и через расчет специализированных показателей, которых уже Василий Анатольевич упомянул, это ALM и различные модели расчета ALM. То есть ALM – это показатель расчета потерь, по которому в зависимости от него, что если он превышает определенные пороговые значения, например, 15% валового дохода, либо еще что-то, либо качество у вас управление плохое, регулятор вправе будет принудительно заставлять резервировать больший капитал. Это экономическое воздействие на кредитную организацию по усилению требований управления операционными рисками. Когда мы формировали это положение, у нас было много встреч в ассоциации банков России, у нас были встречи с банками крупными, с комитетом по информационной безопасности ассоциации. Мы, конечно, понимаем, что в банках сейчас система управления рисками операционных децентрализованная. У нас есть подразделение информационной безопасности, которое управляет риском информационной безопасности кибератак. У нас есть департамент информационных технологий. У нас есть подразделение под ФТ, которое занимается противодействием легализации. У нас есть другие подразделения, которые юридический департамент, который каждый какую-то определенную разновидность или вид операционного риска управляет. Для того, чтобы мы могли собрать и реализовать те же требования Базельского комитета по расчету и капитала, их необходимо все вместе собрать вместе. Организовать взаимодействие. Сейчас, вот, по моему ощущению, я был и на прошлом форуме здесь, и слушал выступления докладчиков, создается впечатление, что, например, подразделение информационной безопасности и подразделение управления рисками – это китайская стена. Между ними очень часто нет взаимодействия. Очень часто, да, регистрируются компьютерные атаки, вирусные атаки, регистрируются какие-то вот такие вот киберугрозы, но связь их, дальнейшая передача, как она реализовалась в искажении данных, а это искажение данных реализовалось путем мошеннического перевода денежных средств, то есть на управление счетами, и потом дальнейшая связь, как это идет через юридическое сопровождение, и связь получения возмещения, этого мы не видим. И подразделение информационной безопасности видит свою роль достаточно здесь ограниченно. Наша задача через вот это положение разорвать эту китайскую стену, чтобы был направлен и создан определенный информационный обмен. Не только финцерт, чтобы сообщалась информация о тех или иных инцидентах, но сразу бы направлялась в операционный департамент, в операционную среду, управление рисками, что те счета, те данные, которые есть сомнения, что они уже дискредитированы, чтобы каким-то образом был отдельный сразу автоматизированный контроль, а может блокировка операций по ним, чтобы банк реагировал на определенные, так сказать, инциденты быстро. И в дальнейшем, если все-таки и происходит списание денежных средств, как с согласия клиента, так и без его согласия, чтобы мы могли отслеживать дальнейшую судьбу этих средств и накапливать определенную статистику. То есть управление рисками – это управление не единичным, как правило, это и, конечно, управление единичным событием, инцидентом, но также это создание определенной системы. То есть определение статистики, определение профилей тех или иных атак, определение их средних значений, отклонение от них. И риском является отклонение от среднего.
Вот, если мы видим, что у одного клиента все время происходит какой-то стандартный набор операций по карточному счету, и вдруг приходит какой-то запрос, даже с его согласия, который выходит за рамки стандартного профиля, то есть так называемое отклонение, это и есть реализация риска. И эта реализация риска строится не через информационную безопасность подразделения, это строится в управлении карточными счетами в бизнесе и в управлении рисками. Вот одним из закупных банков, которым мы взаимодействовали уже по ПВР, у нас уже было несколько таких бесед, что вот они строят скоринговые системы на основе профилей клиента, их социального поведения, их поведения в сетях для выдачи и одобрения кредитных лимитов, кредитов. Но аналогично строится вопрос, что аналогично можно строить профили клиентов на социальную инженерию, на то, что реализация мошеннических действий в отношении их, их собственных мошеннических действий. Они же тоже могут собственно мошеннически планировать операции через банк. И там выстраивать определенные системы лимитов и контроля. То есть риск-менеджмент – это лимиты, это пороги, это показатели риска аппетита по тем или иным систему. Поэтому мы призываем здесь, вот наша задача, это не, вот это есть так называемый один из элементов финтеха, то есть реализации, вроде бы начинаем говорить об одном, мы говорим о кибератаках, мы говорим об угрозах, и мы заканчиваем интеграцией через другие системы. Поэтому наше положение по управлению операционными рисками, оно вот здесь написано, определенные блоки, из чего оно состоит. Это идентификация событий, классификация, меры реагирования, определенные лимиты, показатели контрольные, при преодолении которых необходимо запускать процедуры мер принятия ограничений, может даже блокировки операций и другие элементы. Проект положения был у нас уже опубликован в сентябре этого года. Сейчас он доработан с учетом обсуждения в ассоциации с крупными банками, как с вашими коллегами информационной безопасности, так и со стороны риск-менеджмента. Вот операционные риски на этой схеме мы специально показали ее. Мы показали, что операционный риск, вот большой круг у нас, это разные разновидности есть рисков, начиная от кадровых и проектных рисков. Риск контроля, недостатков контрольной среды и так далее. Это разные разновидности, которые управляются разными подразделениями. В центре мы показали черный шар. Это риски информационной безопасности, киберриски. Это составная часть и определенные виды классификационных вещей. Классификационные вещи для чего нам очень нужны? Они нам нужны для того, чтобы мы могли получать соответствующую отчетность, либо вы ее сами будете формировать и нам направлять, либо, если вы хотите, можем дата-центричную технологию делать. Но сбор данных о потерях – это очень важная вещь, что мы хотим, чтобы и будем требовать, чтобы те информации, которые вы собираете по своей операционной деятельности, по тем стандартам информационной безопасности, которые наш уважаемый департамент информационной безопасности требует, технические стандарты защиты данных, которые у вас реализовываются, их нарушения, чтобы вы их тоже передавали в службу управления рисками, в единой базе данных. А дальше бы коллеги бы отслеживали их судьбу через другие платежные системы, через управление счетами, через другую систему, чтобы рассматривались их и возмещение, и реагирование, и накладывали это на профиль клиентов и на вот определенные инструменты уже риск-менеджмента. Статистика базы данных нужна будет нам в трех аспектах. Мы это должны понимать, вам нужна и нам тоже. Первый аспект – это расчет показателей ALM, то есть требования на капитал. Если банк пропускает много кибератак, несущие потери, то он должен и капитала больше выделять. Если же у него хорошая система управления рисками, то тогда, может быть, мы будем снижать требования на капитал. Это очень важно для банков. То есть это будет как бы экономическая заинтересованность появляется, то есть затраты переходят, одни ты делаешь затраты сейчас, но зато ты минимизируешь другие затраты. Вот. Это для вот этой части. Вторая часть – это нужная база данных для самого же банка. Для того, чтобы выстроить критические объекты бизнес-процесса, критические объекты цифровой и операционной структуры, где нужно определять новые инструменты, новую среду контроля вводить, потому что основные
Проблемы, которые происходят в реализации операционных рисков, это мы позиционируем вот с точки зрения банковского регулирования, если отойти от бюро рисков, это проблема недостатков среды контроля. Среды контроля, которые возникают в том, чтобы контролировать движение средств, контролировать лимиты, контролировать отклонение от среднего поведения клиента и так далее. И вот среда контроля, на самом деле, вот потери денег и кредитной организации через неправильное управление счетами может быть не только из-за кибератак. Это может быть непреднамеренная ошибка операциониста, когда он ошибся в сумме, когда ошибся в счете. Когда у самой системы там задвоение платежей может произойти. Это другие источники. Поэтому мы должны проектировать устойчивость самой платежной системы организации кредитной, его операционной деятельности от других источников риска. А киберриск – это только часть этой воздействия, которая направлена на искажение и исправление данных. Вот здесь мы попытались дать вот эти определения и четко дать вам дать наше понимание, в чем отличие киберриска, риска информационной безопасности и операционного риска. Задача будет состоять в том, в дальнейшем, чтобы это было очень сильно интегрировано, чтобы была разрушена китайская стена, как мы уже говорим. И третья составляющая ведения базы данных, о которых я не успел сказать, это вот сейчас на предыдущей сессии один коллега очень хорошо с места сказал, это для базы данных актуарных расчетов. Действительно, когда мы видим, что у нас есть массовые кибератаки, вирусные атаки, но они несут небольшую сумму потерь, но они большие по количеству, то на самом деле часть таких атак можно и страховать, и экономить с точки зрения экономии банка на технических средствах, так сказать, их предупреждения и защиты, если мы понимаем, что они не превысят определенного порога. То есть страхование, ну, для страховых компаний необходимы актуарные расчеты, необходима база. Нужно понимать, что можно, что нельзя. Это тоже экономия, экономика. Поэтому для будущих разработки страховых инструментов тоже нам необходима база, тем более база очень важна даже по событиям, которые не понесли потери, либо потери мизерные. У нас очень много шли споров с нашими коллегами из службы управления рисками банков, какой порог регистрации событий вводить. И были какие-то безумные предложения, чтобы порог там 1 000 000 рублей делать, или 10 тысяч евро, там 5 тысяч евро и так далее. Но пороги все-таки должны быть для того, чтобы даже мы могли понять, банк все равно регистрирует и выявляет эти события. Так если вы их прорабатываете, выявляете, так заносите в базу. Пороги нам нужны снижать для того, чтобы мы могли оценить несущественность. Мы даже могли понять статистику по несущественным событиям для того, чтобы потом вы могли бы их покрывать другими инструментами риск-менеджмента. Это и страхование, это создание собственных резервов, это и капитала. Поэтому три направления будущего использования базы данных, они будут у нас, они будут дальше развиваться. Взаимодействие с Центральным банком, с регулятором по этим базам данных событий, пока мы первоначально предполагаем, это определенная форма отчетности централизованной, которую вы нам будете направлять там, то есть служба управления рисками должна будет направлять для того, чтобы мы могли это делать в разрезах. Пока в разрезе каждого инцидента, наверное, вряд ли это нужно, потому что если мы понимаем, что если инциденты достаточно мелкие, и они системным образом классифицированы, достаточно общая статистика о количестве, величины потери и так далее. Вот если банк хочет открывать свою базу и так далее, то это другая тема. Теперь более мы прекрасно понимаем, что по киберпреступлениям, по киберрискам у нас есть очень хороший поток информационный через Финцерт. А Финцерт это и будет, ну это на самом деле техническая вещь. Коллеги собирают информацию для того, чтобы выявлять типовые виды угроз, а так, чтобы потом информировать тоже банки на состояние оперативных мер реагирования и отражения их. Это один из инструментов работы. У нас же с точки зрения банковского регулирования нам необходимо все-таки оценивать
последствия возмещения и качества системы управления рисками. Поэтому мы здесь в нашем положении также привели дополнительно вот на слайде классификацию рисков информационной безопасности. Мы, конечно, в дальнейшем, как говорил Василий Анатольевич, мы действительно уйдем от требований на капитал по операционным рискам, которые никак не привязаны к качеству управления. У нас будет действительно с 2022 года, а некоторых банков по их желанию и раньше, компонента потерь. И при назначении разрешения на компоненту потерь, который будет как снижать, так и повышать требования на капитал, будет учитываться как база данных, ваши данных, которые вы реализовали и зафиксировали, так и оценка качества системы управления. Управление киберрисками, оно будет идти через инспекционный надзор часто. То есть наши коллеги из информационной безопасности в составе инспекционных проверок все равно проверяют систему. Это будет составной частью. Ну, та же и другое управление, другие элементы надзорной оценки системы управления операционным риском будут закладываться в основу. Потому что если мы будем давать разрешение, что вам надо выделять меньше капитала на операционный риск, чем стандартно сейчас, мы должны быть, даже по статистике базы данных за 5 лет, мы должны быть убеждены, что система не дырявая, что она не пропустит потом крупного события, на которое у вас не будет капитала. Для того, чтобы мы это могли быть убеждены, мы должны проверить эту систему надзорную оценку. Поэтому и там в случае, когда будут разрешаться снижать требования на капитал, там будет тщательная надзорная оценка взаимодействия вместе с вами. Или если мы будем обнаруживать, что у банка нет никакой системы, что даже если он нам показывает, что у него и атак нет, и потерь нет, и системы нет, мы все равно будем банки стимулировать создавать эту систему через требования на более высокий требовательный капитал, понимая, что они по общей статистике подвержены пропуску этих событий. Поэтому сейчас вот интеграция управления операционным риском, это, я считаю, одна из задач, одна из самых важных, одна из очень важных задач, помимо всех остальных, и она долгосрочная. Она начинается с этого года, где-то будет идти 2021 год, 2022 и далее. И по мере развития этих инструментов и надзорной оценки, и регуляторных, и взаимодействия с вами, я думаю, что мы придем к очень, может быть, качественной, хорошей, новой стадии взаимодействия регуляторов и банков. И вот что это действительно, если так говорить по сути, это один из мощных новых финтеховских вызовов для вас.